на то, чтобы написать бизнес-план, хватило буквально недели. Возможно, кто-то не хочет развиваться. Если ты пережрешь белки, ничего хорошего от этого тоже не будет, чтобы колено за стопу не выходило и куда должны быть стопы направлены. Мы не переходим ту грань клиент-друг. 70% похудения зависит всегда от питания. А до сна сколько есть? А когда есть? А после 6 можно есть? А каши сколько есть? А картошку можно или нельзя? Пинка этого прямо вот и хочется дать. И я его даю. Олена Розчепій, 26 років, за фахом економіст гірничої промисловості. В 2017 році взяла участь у проєкті «Український донецький куркуль» та захистила грант на 500 тисяч гривень. За ці гроші відкрила власний фітнес-клуб, стала сертифікованим тренером. На сьогодні створила 3 робочих місця. Разом із колегами веде кілька груп та персональні тренування. Клієнтами її клубу є люди від 4 до 70 років. Для бажаючих тренуватися вдома записує відеоуроки та викладає в Інстаграм. На сьогодні сфокусувала свою увагу на нових видах фітнесу і закуповує для них відповідне обладнання. А нещодавно оволоділа знаннями в області дієтології і тепер сама складає меню клієнтам. Про залізний характер, картоплю на ніч, відносини з клієнтами та перепони на шляху до мрій – наша розмова. Яким чином економіст став фітнес-тренером і взагалі відкрив власний фітнес-клуб? Як до цього йшло? Прямо з дитинства. Ну, вот с 4 лет я всегда занималась танцами. Это была и акробатика, и гимнастика, и обычные хореографические постановки. Мы ездили на всякие конкурсы по разным городам. Но это был тот городской уровень, который, ну, наверное, ребенку было достаточно. Оттуда у меня появилась и растяжка, физическое развитие. Вот, как-то начиналось с этого. Поступила я в Днепропетровский горный университет, где, пока я жила, за 4 года я успела увидеть уровень людей, которые как живут и как поживают их фитнес-залы, как тренажерные залы. Во-первых, это было модно для молодежи. У них всякие всевозможные скидки для студентов. И это было доступно, дешево. Я могла себе это позволить. Плюс, когда ты приходишь в атмосферу огромного зала, там, в котором и спа-комплексы, и сауны, и все остальное, и массажисты. И когда студент может себе это позволить, это просто кайф. В те времена было туда сходить. Ну и плюс мое увлечение, когда я не собиралась заканчивать там жить со спортом, я наоборот хотела это продолжать и развивать, то я с радостью посещала и черпала от тех тренеров, которые были тогда моими персональными тренерами, много информации, мотивации, правильного общения с людьми. Тобто, коли з'явився куркуль, ви вже зрозуміли, що я до цього морально готова, так, і оце воно, і зараз я буду писати, в мене все вийде, так? Возможно, морально я і не була готова. Ну, скажем так, это просто вот произошло, вот такой случай, и когда я поняла, что нужно, вот именно сейчас мне нужно это делать. Ну и все, написать бизнес-план для меня не было проблемы, тем более эта тема та, которая мне близка, и я понимала, что как бы здоровье, здоровый образ жизни – это то, что всегда будет в моде, плюс тот уровень небольшого города, который я увидела, помог мне перетащить сюда инвентарь. У нас в городе вообще такого не было. Никаких TRX-ленты, батуты, ботинки Kangoo Jump. То есть этого вообще, в принципе, тут никто не знает. Ну, а чи були якісь, знаєте, побоювання, що, ну, одна справа – це велике місто, але наше місто, ну, його не назвеш мегаполісом? Это зависит уже от управляющего. Мне сейчас, вот сейчас мы работаем 3-й год. И до сих пор никто практически, вот 1/3 населения, возможно, знает о нас, о этих новинках фитнеса, о всем остальном. А когда люди запускают сарафанное радио, то вот так смотрят друг на друга. Я такого не слышала, это что в нашем городе? Здрасте, 3-й год работаем, и никто до сих пор вот еще не привел себя в чувство вообще, что это происходит. У вас конкуренты появились за цей час? Або вы якось починали? В этих направлениях нет. Вот пока месть, пока еще нет. А чему, как вы уважаете? Ну, закупить инвентарь – это дорогостоящее оборудование.
Ну, мені здається, що у нашому місті ж є люди, які готові вкладати. Ну, чому вже вкладаються там у великі магазини, там у якісь там, ну, в інший бізнес, я маю на увазі. Чому так мало вкладають у спортивні клуби? Це побоювання людей, що воно там не піде, цей бізнес, або люди не підуть. Ну, у кожного своя голова на плечах, тому я не можу так розказувати. Ну, возможно, хтось не хоче розвиватися. Возможно, от хтось, якийсь фітнес-зал привик отримувати в прибиль там в ежемесячную, ежегодную, там какой-то вот свой там гонорар определенный, и не хочет сдвигаться с места, вкладываться в дальнейшее. Вот привыкли получать эту сумму, и они думают, что это будет происходить каждый раз. Но мы же не стоим на месте. Инновации в фитнесе происходят всегда, и раз в год, и раз в полгода выходят какие-то новинки, о которых нужно следить, и нужно ездить обучаться, нужно обучаться у тех тренеров международного класса. Ну, мы получили эту лицензию, мы реально тратили деньги, и это все не в гривнах, это доллары и евро. Но я считаю, что лучше вложиться в это, и потом, когда люди будут приходить к профессиональным тренерам, они уже будут понимать, куда они пришли. И тут говорится уже о качестве, о результате тренировок. И не просто тренер с улицы, который пришел и сказал, приседаю так 90 градусов, там тебе планки. Он скажет, как тебе держать осанку, и скажет, как чтобы колено за стопу не выходило, и куда должны быть стопы направлены. Ну, сьогодні у вас ви не відчуваєте брак клієнтів? Ні, поки не чувствую, і у нас за 3 роки є постійні клієнти, які ходять вже сюди і не можуть переключитися на другий інвентар. От вони привикли, якщо ходити на ленти TRX, то вони к ним і ходять, тому що вони чувствують цю мишечну силу, цю виносливість, яка у них проявляється. І у нас немає повторних тренувань. Это, возможно, тоже вот держит клиентов. Если бы они приходили и каждый час повторялся там 3 раза в неделю, им бы было бы уже скучно, и эти группы мышц, которые там прокачивались, они бы уже в застое стояли. А так как мы постоянно развиваем, где-то сегодня проработали руки, завтра проработали там ноги, и потом это все в групповой комплексе табата. То есть это интересно. Мы, бывает, встряску даем клиентам, когда вот они, например, пришли на направление TRX, а мы подключаем им инвентарь из другого направления, но к этому же TRX. Ну, то есть это вот смешалка такая, и это, наверное, держит клиентов, у них интерес есть. Вы такая, знаете, трохи такая залізна, да? Такая девчонка. Ну, ось ви розповідаєте, дуже так чітко все, так, знаєте, по поличках все розкладаєте. А взагалі ось вам це у бізнесі допомагає, ось ця якість? Помогает с работниками. А с клиентами, ну, конечно, я там себя так не веду. И понятно, что каждый клиент – это наш друг. Мне нужно с ним пообщаться. Я прислушиваюсь к каждому клиенту, что он чувствует во время тренировки. Бывает, просто делимся какими-то эмоциями, какими-то разговорами. Но везде, конечно, соблюдаем субординацию. То есть мы не переходим ту грань «клиент-друг». Если мы переходим на друг, чтобы просто человек не думал, что мы дружим только из-за его денег, которые он приносит в зал. Поэтому вот тут дружеские отношения, но строгая дистанция. Ну, ви казали про те, що ви любите, ви можете так трохи бути такою жорсткою, тобто людину прокачати. Я маю на увазі в плані, так як тренер. Да, тренер, конечно, має бути таким ось, ну, певними моментами то жорсткий, можливо, десь щось там якось людину поставити на шлях. Понимаете, есть разные типы людей. Есть те, которые приходят и сами знают, чего они хотят. Вот они строго, она то ли перед тренировкой там насмотрится видео каких-то, как вот она себя мотивирует. Она, наверное, приходит и все, и делает, и все везде выполняет, и ни разу не отступит, и лишний раз не выдохнет, чтобы силы не потерять. А есть такие, которые приходят для отметочки или, может быть, мужу сказать, что я там была сегодня на тренировке. Ну, вот как-то так. И когда она приходит, я вижу, что ничего не делает, но честно, вот пинка этого прямо вот и хочется дать. И я его даю. Ну, тобто, ей это нравится. Ну, ви любите працювати на результат, так? Ну, не то, щоб людина просто, ну, прийшла та й ушла. Ні, ніяких відміток. Ніяких відміток. Це не просто галочка в абонементі. Тобто, якщо ти прийшов, ми вже працюємо. Якщо ні, то для чого прийшов?
исходя из наших инновационных направлений, нет квалифицированных тренеров. Поэтому, когда я набирала людей, то нужно было их отправлять куда-нибудь на обучение, что многие не хотели делать. Это же все-таки приносит затраты. Поэтому вот либо мы обучали, это на самообучение происходило, но такие люди долго не задерживаются, вот находятся какие-то причины. Были хорошие тренера, которые по своим каким-то либо причинам, либо она с семьей уехала куда-то за город, и они просто поменяли место жительства. Была у нас одна девочка, которая в декрет ушла. И вот такие хорошие тренера, они реально вот поуходили. А сейчас мы остались маленькой своей компанией, которая уже давно работает с самого начала, но мы ездим на вот эти все конференции, мы ездим на обучение, мы тратим эти деньги на обучение. Нам это интересно, важно, мы развиваемся для того, чтобы потом вкладывать вот в этих детей, как правильно нужно осанку держать, как нужно ножки держать. Так же самое со взрослыми. У некоторых уже бывают пожизненный сколиоз, с которым нужно тоже работать, и этот подход нужен. Поэтому, когда приходит какой-то неквалифицированный тренер, то он долго здесь не задерживается. Взагалі для вас важливо не зупинятись, так? Да, конечно. І черговим кроком стала дієтологія у вашому житті. Розкажіть, да. Як це сталося? Ну, многие клиенты пришли с такими вопросами, когда они реально хотели, вот, например, худеть без тренировок. Другие, наоборот, хотели худеть с тренировками, и стали вопросы, а что можно скушать после тренировки? А за сколько времени до тренировки нужно там поесть, и чтобы оно переварилось? А до сна сколько есть? А когда есть? А после 6 можно есть? А каши сколько есть? А картошку можно или нельзя? И вот, вот такие вопросы, я поняла, что нам нужен диетолог и отдельная вообще программа. Мы подбиваемся под режим человека. Она там работает, например, сидячая работа, либо это активная работа. Совмещает ли она с тренировками, чтобы понимать, сколько нужно калорий ей прописывать в этом меню. Потому что если человек ведет подвижный образ жизни, можно ему писать больше калорий, чтобы он потреблял больше еды. Иначе по-другому просто тело будет уже в изнеможении, а мы этого допустить не можем. Ну, давайте просто вы для всех скажете, что не бывает каких-то так чудес, або какой-то магии, что людина там не схудне завдяки каким-то пигулкам або таблеткам. Что о, таблетки – это вообще больная тема. Ну, так. Ни в коем случае никаких таблеток вообще якісь никому не рекомендую. Чаї, там, ну, все це чай просто... – это просто мочегоночный процесс. Это вывод какой-то воды из организма. Да, возможно, он где-то там и поможет. Плюс он работает как слабительное. Но сказать, что от него растопляется жир, который уже давно отложился и лежит там где-то на боках, то он с мочой никак не выйдет. Ну, вот это, ну просто ну, не может быть такого процесса. В любом случае 70% похудения зависит всегда от питания. 30% от тренировок. И это я говорю как фитнес-тренер, которая привлекаю людей на тренировки, но я 100% знаю, что когда мы придерживаемся правильного питания, то когда тело идет в процессе похудения, ему нужно подкрепляться тренировками. Тогда тело приходит в красивую форму, плюс идет выносливость тела, это идет здоровый вид. Единственное, что вот мне хочется сказать, не прислушиваться к этому интервальному голоданию. После 6 вечера, например, до 12 часов вот есть одни углеводы, потом одни белки. Если ты пережрешь белки, ничего хорошего от этого тоже не будет. Все, закатятся глаза и обморок. Ну, то есть с этим тоже нельзя переусердствовать. Вот, например, девочка приходит, говорит, я сижу на куриной грудке и ем постоянно огурцы. Говорю, ну класс. А энергия откуда? Белок – это строительный материал мышц, костей. А углеводы – это наша энергия. Наш организм должен получать все. Все, но в меру. Картошка фри, понятно, что это не полезные жиры. И так можно рассматривать каждый продукт. Но вообще можно все по чуть-чуть. Ну,
Ну, взагалі, коли ви тільки починали і на сьогоднішній день, як ви вважаєте, ваші плани втілились 100% або є ще щось, чого хотілося? Да, звісно, я хочу розширення, це 100%. Мені мало очень этого зала. У мене в планах зробити той рівень Дніпропетровська, який зараз у нас точно нет в місті. Ну, поки нет ніяких путей, вообще никаких. У нас сейчас помещения настолько все завалены, и они требуют реконструкции, и плюс и аренда сумасшедшая. Но пока мест в этом городе для меня развития нет. Возможно, пока остановимся на месте, будем ждать чудес, но этот вариант как бы я рассматриваю. Мріється про що? Про ось такий великий фітнес-центр, такого, знає, обласного рівня, так? А можливо, якогось навіть київського там. Хочу большой фитнес-центр со спа-салонами, с косметическими услугами, с детской комнатой, с спортивным баром. И нужно об этом говорить бесконечно. И бассейны, чтобы там были, и тренажерный зал в подвале. Вот всего этого хочется, но на данный момент пока этого нет. И город этого не позволяет сделать. Тільки проблема в приміщенні, так я зрозумів? 100%, тільки в приміщенні, тільки потім, коли я знайду великий зал, вже будуть підключатися і дополнительні услуги, і косметолог, і масажисти. Ну, об этом поки не говорити нельзя. Ну, амбіції є, так? Ну, амбіції є.